Ездил несколько водоемов, везде тишина, и понял, что, наверное, снова надо вернуться на старый прудик и увидеть хоть одну поклевку, возможно, что-нибудь поймать. Нигде ничего нет, тишина полная. Будем надеяться, что здесь все-таки что-то я поймаю. Так вот, засекать надо лучше, или крючки точить. Ну сейчас-то я должен засечь. Оп, опять зашел. Да, ну вот такого я не ожидал. Такого монстра я не ожидал, блин. Минус живец, ради чего? Неизвестно. Ну что ж, придется отпускать сразу. Что-то у нас там происходит. Или потому что трясет, так это окунь. Ну еще грамм на 150 получается. Что, очередная поклевка. Это был очередной окунь. И минус один живец, как обидно. Ну что, смотрим, сход или что-то будет. Наверное, сойдет. Что-то там. Засек-то я его как. Ну это вообще, конечно. Мини-монстр, да? Ну что ж, вот и дождик пошел. Небольшой. Придется нам оканчивать сегодняшнюю рыбалку. Ну да, скажем живцу спасибо и отпустим во свояси.